Сражение при Клишове – Сражение между шведами и саксонцами Произошедшее в ходе Северной войны 8 июля 1702 года У польской деревни Клешов Располагающейся в 80 километрах К северо-востоку от Кракова Предыстория Летом 1702 года Польско-саксонский король Август II Сильный формировал в районе Кракова армию, состоявшую из Находившихся в Польше саксонских войск Фельдмаршала Штейна Отдельного корпуса генерал-лейтенанта Шуленбурга, а также польского войска под командованием коронного гетмана Любомирского. В общей сложности она состояла из 28 тысяч человек, намереваясь ликвидировать эту угрозу. Шведский король Карл XII приказал генерал-майорам Карлу Густаву Мернеру и Магнусу Стенбоку двинуться маршем из района Вильны, Краковлы, соединиться с главными силами шведской армии, которые под командованием короля двинулись от Варшавы на юг. Шведские армии соединились 7 июля не несколько южнее города Кельце и теперь насчитывали в общей сложности около 12 тысяч человек. Шведский король принял решение немедленно атаковать противника, лагерь которого располагался на возвышенности возле Клешова. Поскольку лагерь был защищен болотистой местностью и лесом, саксонцы не ожидали нападения. Сражение в 9 часов утра 8 июля шведы четырьмя колоннами двинулись на союзников через густой лес. В полдень шведское войско неожиданно для саксонцев вышло из из леса, а прикрывавшего его подход. Саксонская армия спешно построилась в боевой порядок на возвышенности, в два ряда, поставив поляков на правом фланге. Общее командование войском осуществляли Август 2 Штейнл, Кавалерии командовал Флеминг, пехотой, Шуленбург. Выйдя из леса, Карл XII обнаружил, что атаковать возможно лишь правый фланг противника, где стояли поляки, так как центры левый фланг были прикрыты заболоченной местностью. К тому же саксонцы на возвышенности имели превосходную позицию для артиллерийского обстрела. Под артиллерийским огнем саксонцев шведский король двинул свое войско влево, послав вперед первую линию левого фланга. Поддержанную пехотой фон Ливина и Стенбака. поляки отразили две атаки. В ходе одной из них у шведов был смертельно ранен Фридрих Галштинский. В третью атаку шведов повел Карл XII, самостоятельно возглавивший командование левым флангом. Поляки не выдержали и побежали. Тем временем в центре шведом под командованием генерал-майора Кнутапоса также удалось перебраться через болото и с большим трудом повторной атакой, прорвать ряды вражеской пехоты. Одновременно с этим ожесточенное сражение развернулось на правом фланге шведов, где командовал Реншильд, заменивший короля. Штейнл попытался пройти между болотами и атаковать правый фланг шведов, ударив им в спину. Однако Реншильд сумел организовать оборону и только с большим усилием вынудил противника отступить за этим шведы контратаковали саксонскую кавалерию Флеминга. После жаркого боя она была обращена в бегство. Этим исход сражения был предрешен. К 18.00 вражеский лагерь был занят шведами. Сражение, длившееся около пяти часов, согласно официальным данным шведов, стоило противнику 2000 человек убитыми и ранеными, а также свыше 1700 взятыми в плен. Со своей стороны шведы потеряли 300 человек убитыми и 800 ранеными. Победить Досталась вся саксонская артиллерия и полевая касса.